Председателем Комитета государственного контроля назначается Тертель Иван Станиславович. Он не потому, что генерал, хотя я очень это ценю. Тертель занимался в Комитете госбезопасности контрольными функциями, осуществлял в экономике. И как его характеризуют, его сотрудники, да и я много слышал о нем, это преданный стране человек. Это человек, у которого нет никаких кланов, он знает обстановку в стране, прежде всего в экономике, и он способен перевести на новые рельсы работу Комитета госконтроля, ничего не отметает то, что было сделано при прежних руководителях, в том числе Леониде Васильевиче Анфимове.